Плюс 32 на улице. Сегодня так, вот внезапно такая жара. 22 мая 2016 года. И я просто не удержалась от такой красоты. Вот на лоджии стояла. Вот у меня такие цветочки ацептировались. А дальше идет вот такое вот дерево. Оно уже, конечно, отцветает. Все стало. А что, приблизиться нельзя, что ли? Вон. Ну ладно. И вот посмотрите, какая красота вокруг. Рябина зацвела. Но в этом году маловато. Вот. Березка, все уже нормально. Так, здесь вот такие вот будут у меня гирлянды. Обожаю вот этот цвет. От него вечером, ну, такой запах. И я просто обалдею. Там вот березка стоит. И вот такой маленькая панорама. Воскресный день. Жаркий, правда, майский, как летом. А здесь вот еще у меня готовится. Домой забрать надо этот. Что? Ой, а внизу такой лопушок. Лопушки такие. Маленький такой, там много воробьев жило. Ну, дальше вот так. Всем хорошего начала лета. Всего хорошего.